На что больше всего потратили в прошлом году из чебоксарской казны? Как за 5 месяцев изменился бюджет столицы Чувашии на год нынешний? Подробнее об этом и о том, что еще обсуждали чебоксарские депутаты на заседании собрания, далее в репортаже. Началось заседание с денежных вопросов. Доклады по бюджету длились долго, однако слушали их внимательно. Кстати, расходов у города много. Более половины средств казны потратили на образование. На втором месте жилищно-коммунальное хозяйство, затем национальная экономика и социальная политика. В итоге потратил город почти 7 миллиардов. Разница между доходами и расходами составила более 146 миллионов. Что касается года нынешнего, то бюджет еще не раз предстоит уточнять. На сегодняшний день он увеличился более чем на 1 миллиард 52 миллиона рублей. Это по доходам. Впрочем, выросли и расходы. На сумму более чем 1 миллиард 84 миллиона рублей. Рост расходов наблюдается почти по всем отраслям. Наибольший показатель роста – это отрасль образования 24,2% и физическая культура и спорт – рост в 2,4 раза. Увеличение расходов прежде всего объясняется увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и открытием новых детских садов. Денежными вопросами начали, ими же и закончили. В том, что Чебоксары – столица Чувашской республики, думаю, никто не сомневается. Однако документально это нигде не закреплено. Такая законодательная прореха сказывается на финансировании города. Этот закон нам необходим для того, чтобы мы получали дополнительные средства из республиканского бюджета на поддержание вот этого статуса столицы. В законопроекте предусмотрено финансирование в размере 3% от республиканского бюджета. Это порядка 630 миллионов рублей. Полученные средства могут идти, к примеру, на благоустройство. Впрочем, все не так просто. Ведь если где-то прибыло, значит где-то убыло. Сейчас эти средства распределяются между районами республики. Законопроект о статусе столицы Чувашской республики решено внести на рассмотрение Госсовета Чувашии. Ольга Пырочкина, Антон Вовка, Республика.